Всем привет, меня зовут Сергей Нелл, и вы на канале Не Ноль. Ровно год назад, день в день, чуть ли не час в час, я поставил в эту машину свой мотор с четырьмя турбинами. И почему я запомнил эту дату? Да потому что сегодня у меня очередной день рождения. И я подумал, что если я буду выпускать по одной серии на каждый день рождения, то, соответственно, ну, лет до 100 я точно закончу этот проект, и он куда-нибудь уедет. Но день рождения – это грустный праздник, плюс один год. В моем возрасте это ох, как ощутимо. Но это время и подарков, и поздравлений, которые я с радостью от вас приму. Пишите в комментариях. Буду очень рад каждому доброму, да и недоброму слову тоже. Ну, а подарки для меня от вас – это репосты, это подписки при приглашении новых зрителей на мой канал и на все остальные каналы в других соцсетях, там Дзен, ВК, что там еще у нас, Рутуб, на все тоже подписывайтесь, там тоже будут дублироваться все эти видео, и может быть вы смотрите меня именно там. Если да, напишите плюсик в комментарии. Ну а если вы хотите поддержать этот проект материально, то в закрепленном комментарии будет номер моей карты, и все ваши донаты позволят более часто выпускать серии про 4 турбины, потому что, к сожалению, он сейчас совсем без рекламы. Ну, а я как в Новый год подвожу итоги у прошедшего года. Что же я сделал? Я поставил в кузов Эклипса, своего древнего Эклипса, который чудом вернул в свои же руки. Я поставил этот мотор с четырьмя турбинами, привел более-менее в чувство этот кузов, под днищу прошлись лазером, вот там подкрасил каркас и кузов, еще не весь, но в процессе. Ну, а также, соответственно, когда мотор оказался внутри, в подкапотном пространстве, то пришлось переделывать множество узлов, такие как впуск. И, в общем-то, я его уже, можно сказать, финально сделал. Помню комментарии, кто-то писал, как ты будешь масло менять, свечи, как ты будешь масло заливать, свечи менять. Ну, и, в общем-то, вот 8 хомутов, все снимается, и все, пустота. Меняй себе свечи, хоть перебирай мотор, что угодно делай. В общем, вся конструкция достаточно простая. Ничего тут такого. Тут, кстати, разместились дросселя. Для них еще будут переделаны коромысла, я уже заказал. Я надеюсь, что в следующем видео покажу. И также в следующем видео будет уже сделана система подачи масла и слива масла. Ну и все-таки в очередной раз хочу сказать, что я так до сих пор не нашел того, кто мне сможет отребилдить моих 8 турбин, там, ну, как минимум, а то и 10 турбин. Ну, в общем, мне надо сделать 4 рабочих, и у меня есть 10 картриджей, которые надо дефектовать и отбалансировать. Если у кого-то есть знакомая контора по ремонту, ребилду турбин, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень признательна, нужна помощь. Ну, а сегодняшнее видео я хочу провести в таком лайв-формате. Давно меня спрашивали о каких-то вопросах в комментариях. И чтобы разбавить как-то мою всю сварку и болгарку, я буду рассказывать о том, что вы часто спрашиваете, пишете, да и, в общем-то, параллельно как-то рассказывая о своей мастерской, о том, что, как здесь выглядит, чем я работаю и чем, в общем-то, произвожу все то, что показываю вам на своем канале. Ну, прежде всего, первый вопрос, который задают многие. Где ты находишься? Это сервис большой и тому подобное. У тебя там много оборудования. На самом деле, я нахожусь, да, в помещении сервиса. Вот такой здесь у нас сервис. Когда-то мы его снимали на пару. Теперь я снимаю лишь только вот этот угол, вот этот участок, который на самом деле всего лишь 6 на 6. Здесь посередине стоит подъемник, но в целом это крошечное помещение. Ну, благо, что здесь потолок примерно там 4 метра, что позволяет поднять машину. А так это обычный гараж, в котором обычные достаточно инструменты, и, в общем-то, я здесь работаю. С чего начать? Ну, здесь у меня стол, куча инструментов. Как у всех, ключи, гайки, ключи, отвертки, молотки. Вот самый главный инструмент – молоток.
В целом здесь бывает очень много хаоса, потому что места мало, и я здесь провожу и съемки, и все, и каждое действие приходится, под каждое действие приходится переставлять вот свет, звук, камеры, мотор, поэтому здесь очень трудно как-то навести какой-то глобальный порядок, потому что, ну, реально места мало. На подъемнике висит Тибурончик, его многие знают. Проект висит давно. Все дело в том, что мы уперлись в одну тупиковую ситуацию со стабилизаторами. Ну и, надеюсь, я даже по этому поводу выпущу видео, потому что, ну, прям беда. Будет стабилизатор кастомный. Внизу сейчас стоит мой Эклипс с четырьмя турбинами. И вот в таком вот помещении я, в общем-то, и работаю. Что здесь из такого глобального еще есть? Вот. Сейчас будет со светом некоторые проблемы, потому что я не могу ходить и везде переставлять свет. Обычно я это все делаю перед каждым кадром, но буду немножечко поправляться. В общем, что здесь есть? Мотор 6А13, твин-турбо. Недавно я на него начал варить твин-турбо-кит. Вот такие коллектора я на него сделал, об этом было видео. Это проект Save the Eclipse, третий сезон, в Eclipse третьего поколения пихается этот мотор. Сама машинка сейчас еще в покрасочных работах. Это мотор тоже 6А13, и это мой личный мотор. Если это клиентский, то это мой личный мотор, и я его надеюсь, что когда-нибудь куда-нибудь поставлю. Пока еще не знаю куда, ну, наверняка, как обычно, в Eclipse. Всякие коробки передач висят, стоят. Половина собраны, половина разобраны, что-то на запчасти. Аквабластинг. Ну, тема аквабластинга у меня на канале вообще широко освещается. Я большой фанат этой технологии. В целом, я объездил ни одного производителя аквабластингового оборудования, снял очень много обзоров на разные установки, разных системах, разных вариантах модернизации этих установок. Вот мне присылают ребята-подписчики такие вещи самодельные, которые они делают. Это аквабластинговые пистолеты. Какой-то промышленный. Это вот мне присылал один из подписчиков. Здесь у меня еще один есть, присланный подписчиками. Они обижаются, конечно, что я никак не сделаю на них обзор. Обещаю, сделаю. Просто никак не хватает на все это время. Вот также плазменный резак. Самый дешевенький, но иногда он очень помогает. Дальше. Пила. Ленточная пила. Честно говоря, купил я ее достаточно... Купил я ее очень давно, еще не знаю, в 2011 году, и, наверное, лет 7 из этого срока я ей не пользовался, потому что китайский мотор – это какая-то жопа, и она ничего не пилила. Пилила все в кривь и в кость, все дергалось. И лишь потом, когда я заменил мотор, то этот инструмент прочно вошел в мою жизнь, и я сейчас, ну, практически ничего не пилю болгаркой, все пилю на этой пиле. Ну вот, небольшой сверлильный станок. И еще одна большая бандура, которая занимает очень много места, это воздушный компрессор. Честно говоря, пневматикой, инструментом я практически не пользуюсь. И весь этот воздушный компрессор нужен только лишь для работы аквабластинговой установки. Опять-таки, да, в нем тоже поменял в свое время моторчик, и он заработал с новой силой. Объем ресивера здесь, кажется, 300 литров. Сам компрессор на 500 литров в минуту примерно. Ну, чего хватает, да, для вот такой маленькой аквабластинговой установки. Честно говоря, когда я съездил в Уфу и посмотрел на аквабластинговые установки, работающие без компрессора, на насосах высокого давления, то теперь я очень надеюсь, что у меня получится приобрести себе такую, и вот эта старая установка пойдет не знаю куда, может быть, под какую-то чистящую камеру, а может быть, кстати, разыграем среди подписчиков. Напишите, имеет ли смысл такой вот подгон с моей стороны. Так, ну а теперь небольшой экскурс я провел, сейчас я еще дальше что-нибудь, конечно, расскажу, но сейчас поварим.
первая партия сварных швов, а швов придется нанести по примерно сотню, да, это 8 трубок, на каждой трубке, ну, примерно, не знаю, 20 швов, даже больше сотни. Сейчас я работаю вот с таким аппаратом. Это ТИК-инвертор, можно сказать, потому что пользуюсь я только ТИК-сваркой, с его функциями. От 220 вольт, ну, вот, максимальный ток 210 ампер. Ну, для моих всех работ его прекрасно хватает. И, честно говоря, при всем моей любви к разным системам пульса, здесь всего этого навалом, и я частенько даже перебарщиваю с использованием именно пульса в своих работах. Сварочная маска Start Weld. Недавно я показывал обзорчик с производства этих масок, и, в общем-то, сам пользуюсь именно этой маской сейчас. Вот тут висят мои старые маски, вот какая-то там 10-летней давности Фубак. Где-то здесь у меня лежит Tecman, кажется, вот здесь. Да, там Tecman лежит. Ну и всякий ширпотреб, который, наверное, больше декоративно здесь висит. Хотя иногда и приходилось его тоже применять. Вот есть новый ширпотреб за 400 рублей. Также в сварочной теме. Ну, перчатки. Достаточно обычные перчатки, чем я пользуюсь на большинство черновых работ. Они вот уже бедные все. Не знаю, сколько лет они у меня работают. Чем они были хороши? Тем, что были мягкие, но уже их всех поджег. Вот такие перчаточки сейчас иногда применяю, когда чистовые какие-то работы делаю. Ну, кажется, тоже, ну, кстати, Start Weld. Когда-то, мне кажется, на выставке подарили. Все это дело, сварочный аппарат, я имею в виду, стоит на вот такой подставке. Вообще, на самом деле, у меня практически все на колесиках. То есть все столы, все, что только можно придумать, на колесиках. Ну, для того, чтобы это все можно было динамически здесь внутри помещения перемещать. Дальше. Во многих сварочных делах, конечно же, я использую поддув. И вот про все вот эти заглушечки я уже рассказывал как-то в отдельном видео. Но вот это очередной инструмент для сварки. Самый незаменимый инструмент во всех сварочных работах – это вот эта точилка. Я не знаю, раньше я все точил на гриндере, на болгарке. Но вот этот, это как кофемолка, да, она заменила и успокоила очень много моих нервов. Я не нарадуюсь, что у меня она теперь есть такая. Очень простая в своем этом, я тоже про нее где-то рассказывал в каком-то видео. Ну и сам, собственно, гриндер. Гриндер простой, бытовой, на самом деле хочу все приобрести себе какой-нибудь побольше, но пока хватает и его. Тисочки. Маленькие тисочки, большие тисочки. Все нужно для того, чтобы зафиксировать как-то сварные детали.
Также большой комплект держу всяких зажимов, струбцин. Без этого сварки никак. Присадка. Разные типы присадок. Вон там алюминиевая, нержавеющая, даже медная что-то есть. Вон основная коробочка для ТИК-сварки, который основной джентльменский набор всего. Всякие сопла, различные электроды, линзы. В общем, все, что может быть. Весь расходник, который у меня есть по сварке, вот собран в этой коробочке. Ну, в целом, мне приходится делать многие слесарные работы, которые делает обычный сервис, поэтому, конечно же, по инструментам приходится иметь очень много съемников, различных приспособлений, вот такие вещи, очень много геометрических ключей разного калибра, большие, маленькие, потому что частенько люблю собирать все по мануалу, соответственно, закручивая с определенным моментом. Вот классная штука, которую когда-то приобрел за большие деньги. Эта штука делает резьбовые заклепки. Обалденная вещь. Без нее иногда как без рук. В целом, вдоль всего помещения стоит стеллаж. На нем лежит всякое барахло. Вот всего, что только можно. От каких-то баночек, бутылочек, канистрочек, винтиков, шпунтиков. Вот, кстати, турбины от проекта Save the Eclipse. До всяких нержавеющих труб, силиконовых соединений, алюминиевых труб. Ну, в общем, всего, что только можно и нельзя придумать. Все на этом стеллаже. Как я без него буду жить, я не знаю. Но вот эта вещь занимает вроде как и много места, а в то же время незаменима. Ну и если идти по инструменту, да, ну вот основной инструмент электрический, и вот эти зубровские шуруповерты, гайковерты, и вот такая вот болгарка, это мой основной инструмент по откручиванию винтиков, на просверливанию отверстий, ну и, в общем-то, резки. Вот эта болгарка вообще моя любимая. Мой любимый инструмент, без него я как без рук. Хотя есть еще электрическое, но я не пользуюсь вообще давно. Ну и есть еще одно очень важное оборудование. В процессе съемок, да, приходится применять различные фото-видео инструменты, фото-видеофиксации. Да, вот у меня есть Сонька такая, А6400. Кто помнит, вот именно вот эта Сонька у меня упала, разбился экран. Если сейчас видно, вот меня цветопередача у нее неправильно, потому что поставили китайский экран, но отремонтировали. Теперь у меня два аппарата. Вот этот аппарат вот на стабилизаторе, да, и вон тот аппарат. Абсолютно два одинаковых, с разными объективами. Ну, в общем, я теперь могу записывать с двух камер, чего частенько применяю, когда мы с Гиндесом пишем наше интервью. Свет, камера, мотор, как обычно, да. Я использую два софтбокса, которые постоянно перемещаю. Ну, иногда в лицо свечу вот этим круговым, этой блогерской лампой. Я, конечно, понимаю, что сварки было уже очень много, но вот варить с вот такой штукой в руках, я вам скажу, удовольствие так себе. Но кадры с него получаются очень и очень интересные. Они живые, прям видно все движения, как что. Но все равно, конечно, приходится подрезать, потому что слишком все долго. Но смотрите, что получилось с этой камеры тоже.
Ну и теперь финалочка. Несколько дней сварки, пару баллонов аргона, и в итоге получился вот такой вот лобстер-стайл впуск. Я, конечно, понимаю, что найдутся куча людей, которые напишут: ой, да есть же трубогибы, есть, что там у нас, 3D-принтеры, которые сейчас из металла печатают. Ну, ребят, стиль еще никто не отменял. И трубогиб, чтобы погнуть такую трубочку на таком расстоянии, ну, надо такой тысяч за $200, а не простой. Поэтому и это мне не надо. Я хотел именно сделать такой лобстер стайл, и я его сделал. Я надеюсь, что это все будет достаточно гармонично смотреться. Хотя, честно говоря, вот не знаю, оставлять ли вот эти цвета побежалости, или отаквабать эти трубки и сделать такие красивые, чистенькие. Не знаю, сначала поставлю, наверное, так. Есть в этом какой-то стиль и какая-то брутальность, что ли. Вот. Очистить я всегда их успею. Ну, вот так вот, когда оно все собрано. Пусть, конечно, с этой стороны никогда его в жизни никто не увидит. Это обратная сторона, со стороны мотора, низ. Но конструкция выглядит очень эпичненько. Жалко, что у меня мотор не продольный. А то можно было эту всю конструкцию вот так вот вдоль мотора поставить. Поперек, конечно, все выглядит не так красиво, как на продольных моторах. Но все равно вот такая вот штуковина получилась. Че как, вид имеет? Ну и, собственно говоря, финальный вид этого впуска уже на машине, уже весь собранный. Ну, не знаю. Мне кажется, выглядит достаточно симпатично. Жалко, конечно, что я так и не решился сделать все это из титана. Из титана было бы все еще более красиво. Хотя, честно говоря, ну, не так сильно-то эти трубы видно. Ну, тут вот одну трубку здесь. Четыре трубки здесь. Лучше из титана сделать выхлоп. А вот какой конфигурации сделать этот выхлоп, ума не привожу. Есть еще одна большая проблема. Тоже финансовая. А все дело в том, что сюда надо 4 поставить внешних визгейта. Даже если брать китайские визгейты, самые дешевенькие, то это где-то 1000 по 4 за штуки, ну, то есть это там 16-20 тысяч в оконцовке здесь вылезает. Тоже как-то совсем неприятные суммы, которые надо тратить. Найти 4 бэушных одинаковых, ну, не знаю, я пока не нашел. Если у кого-то есть, напишите, может, дадите ссылки какие-то. А так вариант, наверное, использовать родные клапана и используют родные калитки, поставить родные клапана и вывести это все отдельной трубой вверх. Ну, в общем, в зависимости от вот этого места, как будут устроены визгейты, будет, соответственно, понятно, как делать выхлоп возле выхода из турбин. Ну, а сам выхлоп, я думаю, вывести куда-то в бок, может быть, вверх, а может, сразу вверх. Все-таки это такой корч. Шоукар, что думаете, какую сторону и как направлять этот выхлоп? Я думаю, все подписчики уже привыкли, что у меня большинство видосов, они сериальные. И я свои сериалы строю по одной простой схеме. В одной серии мы делаем какую-то кидаем идею, ее делаем, может быть, в виде макета, а потом обсуждаем, а потом в следующей серии мы ее делаем уже более-менее в физический вид, да, то есть, чтобы она была в роли реального макета. И смотрим, все ли классно, все ли подходит. А, соответственно, потом обвариваем до финального вида. Так вот сейчас происходит и здесь. Сейчас я обваривал впуск. В прошлой серии мы его создавали в виде макетов. До этой серии мы его как-то обсуждали, все это, как это происходит. И в результате переделали, потому что был слишком как-то массивно этот впуск расположен вверх, и при том длина была не оптимальна. В таком положении длина впуска самая короткая. В общем,
Я к чему? К тому, что я за то, чтобы мой зритель думал своей головой, придумывал идеи, давал их мне, я их, соответственно, думал своей головой, решал, воплотить их или нет. То есть такой процесс интерактива. Если вы за, подписывайтесь на мой канал, и я продолжу в этом же стиле свои видео. Да, может быть, что-то будет долго. Да, через 50 лет, когда поедет эта машина, не каждый доживет. Но я надеюсь дожить до этого дня рождения. А на текущий момент принимаю все-таки очередные поздравления в комментариях, во всех соцсетях. Пишите, дарите мне подписчиков и репосты, поддерживайте этот проект материально, карта в закрепленном комментарии. Ну, в общем, оставайтесь со мной еще как минимум этот год, а там уже посмотрим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи, всем пока. Хотел сказать, с Новым годом.